Здравствуйте, меня зовут Варвара Банникова, мне 15 лет, я живу в городе Москве, я занимаюсь в детской тренинг-студии кино «Актер». Расскажу немного о себе. Я очень активный, порой даже жизнерадостный человек, я всегда готова пойти на контакт. Я увлекаюсь иностранными языками, я знаю английский, французский, сейчас немного учу немецкий. Я также очень люблю животных, я люблю гулять, я люблю слушать музыку, я практически все люблю. Я очень люблю читать. Три моих самых любимых книги — это «Отверженные» Виктора Гюго, «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи и «Призрак оперы» Гастона Леру. В будущем я хочу стать актрисой или президентом. Анна Ахматова жала руки на темной вуаль, под темной вуалью. Жала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду? Вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Испугавшись, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру».